Валикджан, зачем тебе большая авиация? Поедем ко мне домой. Мама долму готовит. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма... Робик, дорогой, только теперь не скажи, что у нас и сациви не умеют готовить. Валикджан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое в Ереване, да? Не, Сан-Франциско. А боржом? Сначала подумай, потом говори. Thank you.